Ну здорово, подписчики Ксюши. А давайте вы отгадаете загадку. Стоит богатый дом и бедный. Они горят. Какой дом будет тушить полиция? Если вы отгадаете, я не буду сегодня пугать Ксюшу. А если не отгадаете, я весь день ее буду пугать. Свои ответы пишите в комментариях. А сейчас я отправил Ксюшу к своим злейшим врагам – собакам. Семейство Барбоскиных уже ждет ее. Привет, ребята! А если вы не хотите, чтобы говорящий кот Бука, опасный и коварный, приходил к вам так же, как приходит ко мне и пугал вас, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды! 3, 2, 1, 0! Поставили? Кот Бука не придет вас пугать, конечно, если вы поставили лайк. А мы с вами сегодня отправляемся в гости к Барбоскиным. Мы ни разу не были у них, но сегодня мы туда пойдем. Капец, стоматолог написано, изучаем профессии Барбоскины. Я думала, мы в школу пойдем, а мы к стоматологу идем. Ну, не самое принятное занятие, но очень полезное, ладно. Вы нормально себя чувствуете в кабинете у стоматолога? Я не очень, если честно. Я прям, у меня ладошки потеют. Ты что? Вы не поверите, ну вообще... Что-то вообще, случилось? Не вообще, а вообще. В нашем дворе высадились инопланетяне? Нет, Роза встретила в подъезде Брэда Питбуля. Брэда Ой, Питбуля? Розочка, рассказывай. Нас в школе на каникулах будут знакомить с профессиями. Там будут и медики, и полицейские, и юристы, и пожарные, и вообще представители всех профессий. Обалдеть, а блогеры всех? Будут? И? Что и? Я всегда хотела поработать стоматологом. Вот этой, как ее, бармашинкой в зубах. О, боже! Все в шоке, я тоже. Поэтому на летнюю практику я записалась в стоматологическую клинику. А вы, дорогие мои, будете подопытными моими первыми. Это же кошмар! Ой, здорово! А я не могу! Вы знаете, когда подруга твоя учится на парикмахера и такая использует всех своих подруг в качестве подопытных? Тут другая история, тут у нас стоматолог. Я могу обслужить тебя вне очереди. Ты попал! Кем все мы попали! В этот раз? Так, кого выбрать, ребята? Кого же выбрать? Я не знаю. Давайте. Я не знаю, я не хочу вот этого маленького выбирать, потому выбирай, что он самый маленький. Будем лечить. Давайте возьмем вот его с мечом и возьмем. Погнали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, присаживайся, сейчас я буду тебе драть твои зубы. Ага, в прошлый раз ты точно так же говорила. Пациент, откройте рот. Мне уже страшно стало, пациент, откройте рот, зря он это сделал, зря он вообще с ней дружит, надо ему было бежать. Инструменты. Ого, ну да, ему точно надо было к стоматологу, давайте-ка все выдрим. А теперь начнем лечение. Ну вот и начинаем, погнали, что у нас, какие у нас есть аппараты. Так, давайте-ка вот это. Очищаем, наполняем. Это такой мини-мини-мини душ. Потом мы ищем. А мы сыщики обнаружим еще те. А бактерии, давайте-ка все их продезинфицируем. Пам-пам-пам, молния. Очистим. Я супергероем себя чувствую. Давайте выберем фиолетовый. Камня. Так, зубной камень надо убрать. Надо его убрать, потому что это ужасно. Сейчас у нас будут зубы. Смотрите, у него зубы должны быть желтые, которые не очень здоровые, но они у него почему-то, знаете, так скажем... Они у него зеленые. Я не знаю, что он ел, может быть, салат. Давай, все остальное тоже надо убрать. Все, вроде бы, все чисто, отлично. Теперь нужно их почистить. Мы берем фиолетовую щеточку. Она почему-то маленькая. Было бы круто, если все было в этой игре соразмерно, потому что щетка очень маленькая. Я заколебаюсь это все счищать. О, они отбеливаются! Они отбеливаются! Ура, ура, ура! Да! Какой запах изо рта. Фу! Так, давайте быстренько бальзамчик пошикаем, попшикаем, чтобы было супер чисто. Давайте еще другим. Я это сделала. Воспаление десны вылечим уколом лекарства. Давайте вылечим. Воспаление десны — это очень плохо. Оно где? А вот оно. И зуб из-за этого почернел. Это ужасно. Я ему тыкну сейчас. Прости.
Прости меня! Совсем испорченный зуб нужно удалить. Давай, удалим, потом вставим новенький. Давайте, ты же мой друг, ты же мне все сделаешь бесплатно, по-любому. А как это выдирать? Я первый раз выдираю зубы. Как это выдирается? Вообще не понимаю. Я не могу это сделать, ребята, я не знаю, как это сделать. Как? Я не понимаю. Вот. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот, у меня получилось, слава богу, я думала, с этим не справлюсь. Теперь зубной протез нужного цвета. Вставляем. Давайте вот этот подходит. Нет, не этот. Не знаю, какой вот этот. Вот этот, например, давайте. А как его вставлять? Боже, во! Я подобрала именно тот, который нужен. Нужен укол обезболивающего. А куда его тыкать? Ладно, я сейчас разберусь, я все сделаю. О, боже. Вы понимаете, какие мучения? Я ему что только уже сегодня не сделала. Это ужас. Вот этот зуб подходит. Вот этот подходит. Посмотрите на пломбу, чтобы она застыла. И теперь самое главное. После всех мучений ему теперь нужно еще запломбировать это все веселье. А как? А что оно не пломбируется почему-то? Что, мне долго это нужно делать? Как я могу светить? Я все сделала? Уберем кариес бормашиной. Вот, самое страшное. То, чего боятся все. Бормашина. Это же кошмарная штука. Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Просто у меня самый лучший пациент, я считаю. Знаете почему? Потому что он молчит во время того, как я это все ему вытворяю. Давайте теперь запломбируем пломбу. Готово. У него несколько дырочек. Мы сейчас их все сделаем. Я уже человек бывалый, я уже лечила такие пломбы. Я сейчас вам покажу, как надо это делать. Набираем материала, заделываем. Ну что, теперь что? А, вот. Это было нижнее. Кажется, он готов. Кажется, он готов. Ребята, он совсем справился. Он настоящий герой. Брекеты? Кошмар, ты от нее так просто не уйдешь. Можно такие брекеты ставить бриллиантовые? Почему еще не придумали таких брекетов, а? Ставят отлично, ужасные железные. Я их носила 2 раза. Ну как? Если будут болеть зубы, немедленно обращайтесь ко мне. Кем займемся в этот раз? Давай займемся, знаешь, кем? Тима. Я хочу... У нас был мальчик. Давайте возьмем девочку, вот эту. Ой. Вот ее точно возьмем и точно вылечим. Не бойся. Мы уже вылечили одного человека. Не бойтесь. Это совсем не больно. Точнее, что-то, Лозочка, пёсика. Я тебе совсем не верю. Пёсика человека. Она сказала, что мне не верит, но при этом забралась в кресло. Пациент, откройте рот. Что же с ней сделать нам? Ладно, мы немножечко ее полечим. Всё мучить ясно. Не будем. Для работы нам нужны эти инструменты. Так, я уже знаю, мне нужно поставить вот это, чтобы откачать все лишнее. Потом нам с вами нужно обязательно все это промыть. Чистим, 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 чистим. Слушайте, надо завести себе подругу стоматолога. Это очень удобно. Очень. Давай все это отдирать. Должно быть невероятно чисто, прежде чем стоматолог великий со вторым пациентом начнет нам операцию, процедуру. Почему не очищается? Иногда очищается сразу, иногда вообще не очищается. Я не знаю, что с этим делать. Может, плохой инструмент? Вроде хороший, но почему-то не чистит ничего. Так, и вот так. Все. А грязные зубы нужно просто. Давайте зеленую зубную щетку. Они тоже у нее, кстати, зеленые, как будто они были на свидании. И ели один и тот же салат. У них примерно одинаковые болезни зубов. Это очень странно. Может быть, я не стоматолог, может, я сыщик. Я хочу это выяснить. Вылечим уколом лекарства. Укол. Вы понимаете, когда у тебя, например, 25-й пациент, тебе уже даже не страшно. Абсолютно не страшно даже ставить уколы, мне кажется. Зубной протез нужного цвета. Вот это подходит. Я определяю сразу же. Давай еще один укол. Укол обезболивающего. Ставим красный на этот раз. Ну что? Давай еще один ставим. Вот он, идеальный твой зуб. И быстренько давай все это лечить. Все, ребята, осталось вылечить только кариес. Я постараюсь сделать это супер аккуратно и супер быстро.
Что-то не срабатывает у меня. У меня не срабатывает. Сработало. Заделаем класс. Выверленное отверстие пломбирующим веществом. Пожалуйста. Посмите на пломбу, чтобы она застыла. У нее небольшие, кстати, дырочки. Не так страшно это все выглядит. Теперь еще один. Куда мне надо светить-то? Так, у нас осталось последнее, кстати, отверстие, которое нужно вылечить. Но... Заделаем высверленное отверстие пломбирующим веществом. Видите, как я начала называть? Не дырочка, а отверстие. Это постоматологически, если честно. Наберем. Более, так сказать, опытный лексикон настоящего доктора. Что делать надо? А, все, я поняла. Ну что? Зубы готовы? Ты готова? Она мне... А помните, она мне сказала, что она мне не верит. Установим брекеты. Сейчас я поставлю такие брекеты. Вот такие. Или такие. И такие, вот такие, вот эти красивые. Отлично, мы справились. Мы справились. Посмотрим, что она мне скажет сейчас. После того, как она мне не верила, теперь она, может, поверила мне? Напоминаю, что чистить зубы нужно не только утром и вечером, но и каждый раз после еды. Кем займемся в этот раз? Она ничего не сказала нам, она даже не сказала спасибо нам, как она могла. Ребята, вот такое у нас сегодня было видео, мы с вами были стоматологи. Возможно, кто-то из вас тоже хочет быть стоматологом, если это так, то вы примерно теперь представляете, как это выглядит на моем опыте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я вас очень люблю, целую, пока!